Во Владивостоке появятся две новые школы на Патрокле и в Снеговой Паде. Проинспектировали ход строительных работ глава Приморья Олег Кожемяка и мэр города Константин Шестаков. Ну, раз, два раза в неделю стараемся приехать. А человек есть, который есть? Каждый день, да. На текущий момент общая техническая готовность школы на 1275 мест в районе Патрокла составляет 47%. На объекте задействованы 200 рабочих. Микрорайон активно застраивается, поэтому новые учебные учреждения как никогда необходимы. Да, есть отставание от графика. Дано указание строителям с тем, чтобы наращивали темп, увеличивали количество работающих. Но стройка живая, стройка идет и будет сдана, я думаю, что уже... В 2024 году дети смогут там заниматься в этой школе. Школа на Снеговой Паде рассчитана на 1100 мест. Мэр Константин Шестаков отметил, что заключено концессионное соглашение. Срок сдачи объекта – конец 2024 года. То есть, исходя из этого, будем переходить к комплексной застройке, к развитию территории, так, чтобы она предусматривала и социальные объекты, она предусматривала строительство школ, детских садов, мест для занятия спортом. Мы именно будем идти по этому направлению, что само по себе будет сочетаться с возможностями жителей не только купить квартиры, но и видеть перспективу ближайшего направления ребенка в детский сад, в школу. Поэтому мы со своей стороны, как правительство Приморского края, будем выделять необходимые финансовые ресурсы на строительство этих школ, заключать концессионное соглашение, проплачивать впрямую, предоставлять гранты. Создание школ в развивающихся микрорайонах позволит решить проблему их переполненности и вторых смен. Анна Дьякова, новости на Восьмом.